Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Виталий Андреевец. Вы на моем YouTube-канале. Сегодня у нас распаковочка, обзор. Спонсором данного видео является интернет-гипермаркет Zion, который находится в городе Гомеле. Лучшие цены только у них, друзья. Запомните. Сегодня на распаковочке и обзоре у нас классный девайсик. Вот такой вот. Это ночной светильник, который подключается по Bluetooth, но все подробности я расскажу немножко позже. Ну а сейчас приступим к распаковочке. Поехали, друзья! Так, друзья, вот такая упаковочка. Это портативный источник света со встроенным аккумулятором. Чуть позже я расскажу, что он из себя представляет. Сейчас переходим непосредственно к распаковочке. Что у нас внутри? Сейчас посмотрим. Вот так открывается упаковочка. И, соответственно, вот так достается сам фонарь. Он тут внутри находится. Так, ребята, все красиво. Так, что же у нас внутри? Смотрите, то есть есть документация. Вот такая красивенькая. Дальше у нас идет провод зарядки. Ну и, соответственно, сам фонарь. Он находится непосредственно в таком вот, вот такой вот упаковочке. В комплекте, как я говорил, уже провод находится, сам фонарь. Вот здесь, кстати, есть переключение включить, выключить, Bluetooth. То есть он по Bluetooth подключается. Мы проверим, естественно, как он подключается. Такая вот, ребята, резиновая прокладочка. Включается, друзья, он очень прост на самом деле. Вот мы запустили. Здесь есть регулировка мощности. Вот уровень пульсирует он тут. Материал корпуса сделан из оргстекла, то есть очень красиво. Итак, друзья, продолжаем наш обзорчик на вот эту чудную лампу от фирмы Xiaomi. Пройдемся по характеристикам. Друзья, материал корпуса в этой лампе поликарбонат и металл. Но довольно-таки очень прочные материальчики. Добротно собрано все. Вот, вес ее составляет 430 грамм. Время перезарядки 2 часа. То есть я напоминаю, что она является мобильной, то есть ее можно носить куда угодно. Вот, плюс она подключается по Bluetooth. Подключение по Bluetooth осуществляется некоторыми способами. То есть сначала нужно включить лампу. Вот здесь, друзья, есть выключатель, который включает Bluetooth. Здесь кнопочка ресета. Вот. То есть лампу можно включить просто, можно сбросить настроечки, можно включить еще сам Bluetooth. Емкость аккумулятора составляет 2100 мАч. Вот, потребление 6,5 Вт у нее. Время работы при использовании лампы 8 часов. Время ожидания, то есть когда она не включается, до 3 месяцев. Цветовая температура 1800 Кельвинов. Светопоток 0,3 13 люмен. Эти лампы можно подключать несколько штук, до 30 тысяч, по-моему, штук одновременно. То есть вы можете расставить эти лампы по всей квартире и управлять ими со смартфона. То есть есть специальная приложушка, которую я уже, ну, я скажу так, что я не показывал. Вот она есть, там много всяких ламп, много настроечек. То есть, ну, как много, то есть формат, вот как я вам показывал, уже формат огня, то есть имитация огня. Ну и плюс регулировка яркости, то есть там прям не замудрено, скажем. То есть по стоимости, друзья, эта лампа стоит 140 рублей белорусских. Вот, так что переводите в другие валюты. Но это примерно вот на день записи, скажем, я посмотрел. Еще покажу вам такой вариантик. Посмотрите, ребят, здесь провод вставляется вот сюда, то есть и в такой пазик. То есть очень удобно стоять на поверхность. То есть здесь прорезинено все, то есть вы стоите на поверхность, соответственно. Вот вам покажу. И вот провод не мешает. Поэтому провод смотрится эстетично, и лампа стоит так уверенно на поверхности стола там или куда вы ее поставите. Так что, друзья, в принципе, достойный товар. Скажу так, что мне лично очень понравилось. То есть, если бы было их несколько штук на заднем фоне, то очень красиво смотрелось. Ну, плюс в интерьере видеокартинку очень красиво вписывается. То есть, дизайнеры, видно, поработали над этим делом всем.
Вот, то есть, ну, стекло не морается, то есть стекло такое довольно-таки приятное, ну, я имею в виду этот пластик, поликарбонат. Вот, довольно приятная вещь на самом деле. Поэтому рекомендую прикупаться, на любой праздник подарок будет прям бомба. Даже на природу можно брать, поскольку есть встроенный аккумулятор, как я уже говорил, друзья. Так что, ребят, спасибо за просмотр, всем удачи, счастья, здоровья, смотрите мой канал.